Вот такое утро. Всем оно доброе. Должно быть небо весеннее. Должен быть дождик. Но пока его нету, надо успеть вот здесь походить. Вот это все. Это был огромный господский двор. Где-то вот здесь примерно мельница была. Там постройки, но они так по кругу. Все сдвинули туда далеко. В лес, во враг, можно сказать, все сдвинуто там. Здесь, конечно, копано, но и немножко перепахано еще по осени. Видно, будут еще тут что-то делать. Да, тут вот где тут идешь. И на середине поля керамика. Вот. То есть. У нас здесь все огромное такое, и все здесь много интересного. Очень много гильз от Мосинки. Даже не знаю, тут может быть кулач или это все, скорее всего. Может быть, бои были. Потому что вчера и мадьяры были там. А вот и дождик. Так, ладненько, идем, а то можем отсюда не уехать. В общем, нашел я, где мельница стояла. То есть, я не знаю, тут видно, вот даже со спутника видно белое такое пятно. То есть, вот, чернозем, насколько он тут черный, камни, кирпичи здесь. Она скорее была всего кирпичная, даже не деревянная. Вот, то есть, до сих пор земля такая белая, то ли от муки она. Вот, вот если посмотреть. Вот сюда такие вот разводы, пятна. А со спутника прям пятно белое. Такое большое. Вот. И вот здесь она вот в этом районе была. Мельница. Вот они белые. Такие вот. Вот. Но здесь чернозем. Такой жуткий. А вот эта часть такая, она серая какая-то стала. Такая. Тут видно даже. Не знаю, так, наверное, метров 50 в диаметре белое пятно такое. Вот, вот даже если сравнить, вот оно. Походим тут, посмотрим, что тут есть. В общем, от мельницы тут ничего живого. Вот одни вот такие вот хвосты. Запал от гранат, патроны. Нифига ни одной монеты. Металл. Металл насобирать можно много. Да и, наверное, больше интересного тут ничего нет. Ладно, пойдем. Еще вот так пройдемся. И хватит. Интересное местечко, решил разведать. Погода резко поменялась. Тут вот один минус, что если вольет, ехать 20 километров вот по такой местности. Блин, ну ладно, пойдем посмотрим кое-что. Сильно вольет, не сильно, но думаю, может быть, резина спасет. Ладно. Короче, блин, куда я заехал? Хрен его знает. Маслов здесь. Трупы животных, блин. Скелеты, вернее, то, что от них осталось. Еще один. Вон еще один. Птички поют красиво. Но эту жертву не принесут меня, бля. Прикольно. Что это такое?
очень интересно. Могильники, что ли, блин. А что это, блин? Думовые ямы. Пойти-ка глянуть. Ну, не знаю. Так, а тут же хутор был. Странно вообще. Ладно. Коров тут мочили. Поеду к фундаментам. Гляну, должны быть по карте фундаменты. Странно, там вообще-то пруд должен быть. Чё-то нифига нету. Ладненько. Погода-то дождем пугает. Блин. Я нарядился в дождевик. Вот это вот как бы дорога. Похоже, да, заезд был. Вот она. Жик. Вот так, очень интересно. Ну, это я пока здесь первый раз. Но тут все звенит, просто капец, тут мусора. Конечно, тут есть интересные, наверное, находочки, но это пока вот мусор этот не соберешь в лесу. Потому что здесь вроде как лес, а на самом деле здесь дома были. Ну вот, одни фундаменты, керамика, кирпич такой крупный, там дымовая яма, а вот это вот дорога, походу, была. Ну, здесь вообще, вот, да, видно, видите, как дорожку видно, деревья так, джик над ней. Ну, судя по всему, что... Обитание тут последний 43-й год, да, вот непонятно, тут пахалось, не пахалось, может быть, для деревьев, на деревья как попало растут, вот тут фруктовые деревья, частично тут вот так смешанные какие-то, непонятно, в общем, все разбросано вот так вот, тут кирпич, керамика вообще. Мусор, в общем. Ну, похожу, посмотрю. Выпущу видео так. На природу глянуть. Может, что-то и найду. Ну, что-то я прям, походу, оглох, что ли. Ну, нифига ничего не могу найти. Все звенит, блин. Мусор, капец тут. Железо. Металлистам сюда хорошо. Заехать. Правда, сюда хрен заедешь. На руках выносить, но металла здесь просто клондайк, блин. Просто даже под ногами лежит здесь. Ладненько. Но покопов пока не вижу. Здесь вот именно. Туда за через лес, если выйти, на дороге видны. Ладно. А как тут дома были, не пойму. Походу вот так вот. Вжик-ка туда. Да, ходить здесь только вот по ранней весне, даже уже конец, как конец апреля. Ну да, почти конец апреля, уже все заросло нафиг это в лесу. Вот. Солнышко выглянуло. Зацепило такой вот, походу, латунь. Ручка. Прикольная была. Вот как, в виде сердечка. Ладно. В общем, вот такое местечко. Здесь село было. Старое-старое. Керамика вот здесь. Вот я здесь первый раз. Ну, посмотрим, что здесь. То есть тут... Ну, я не знаю, на картах, наверное. Да, 17 века.
больше ни на каких нет. Ну, посмотрим. Тут река, естественно. Пойдем полазим. Оп. Чуть-чуть прогульнемся. Конечно, засеяно уже, но между подсолнухом вот рядками можно походить. Земля рыхлая, как пух. Посмотрим, что есть. Ради интереса. А так сюда надо осенью. Или ранней весной. Ну, один момент, что весной сюда не приедешь, сюда дорог нету. Да, находочка. Серьезный мужской перстень. Офигеть. Точно, наверное, скифы носили. Офигеть. О, куда его одевать-то? Серьезный, из металла. Вот это да. Посмотрим, что тут еще в этой деревне было. Короче, 4 часа. Вот так я прошел почти все поле поверху, по краю иду. То есть керамика вот так вот лежит полосой. И вниз чуть-чуть. Ну, наверху там вообще нифига нет. Но вот как по информации, да, прочитал я, дома они вот так и были по краю. Там сзади бугорчик, то есть там река. Ее уже, вернее, нету, была река. Вот. И все. Вот такая керамика лежит. Даже посуда старая какая-то, беленькая. Вот керамика. Все. Больше ничего нет. Вот такая еще металл выскочил. Вот. Вообще сигналов нету больше никаких. Ни монет, ничего. То ли она выбита нафиг. Но следов покопов нет вообще. То ли просто нифига нет. Стояло два дома. Ну, хотя так в описании есть тут два дома. Вроде как село какое-то. С двумя домами. По рисунку. И все. Да, города здесь капец. Километров 80, да, и больше. То есть до жилья тоже тут по полям. Селение здесь... Километров 40 еще где-то. Это только вот по бездорожью. Почему такое место разведал, но нифига нет. А может быть хреновая катушка. Хотя снайперка, ну тоже потихонечку ходишь. А вот. Ладно. Еще сейчас пройдусь вот так пониже. И поедем еще в одно местечко. Оп, такая керамика, да? Кусочки посуды вот такой попадается. Что тут написано? Не пойму, Лерой и Бош. Хрен его знает. Вот такие кусочки. По краю. И все.